Дружеская встреча, а именно так назвала ее председатель общества инвалидов Наталья Рящина, состоялась в Центральной библиотеке. На нее пригласили благотворителей и тех, кто всячески поддерживает организацию. Мы хотели бы поближе познакомиться с главой, чтобы он узнал о нашей работе, чем мы живем, чем мы дышим, какие у нас планы. Я была на личном приеме у Дмитрия Александровича и сразу увидела человека неравнодушного. Пригласила поближе познакомиться. Дмитрий Абаренов выступил перед собравшимися, поздравил их с прошедшим Днем Победы и вручил подарки от администрации округа. Всегда говорят люди с ограниченными возможностями здоровья. Я всегда говорил по-другому, люди с неограниченными возможностями здоровья, потому что то упорство, ту силу воли, которая есть у людей, входящих в общество, не перебьет никто. Также членов общества поприветствовали все почетные гости мероприятия и с теплотой рассказали о сотрудничестве с организацией. Это люди, которые с активной жизненной позицией, они участвуют практически во всех мероприятиях общественного значения на территории городского округа. И я думаю, что они всегда будут надежной опорой и поддержкой администрации города и общественных организаций, которые работают на территории муниципалитета. Во время неофициальной части прошел концерт для членов общества инвалидов с участием местных артистов. Репертуар состоял преимущественно из песен военных лет, ведь выступление проходило в дни празднования Великой Победы. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. На встречу пригласили членов общества инвалидов старшего возраста, которым эти композиции были особенно близки. Так организовано все прекрасно. И это мужчины пел тоже военные песни, а девушка всех покорила. Завершилось мероприятие совместным фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.